Ефремов, а зовут как? Михаил. Михаил. Вы выпили? Да. Все нормально? Конечно. Не надо пока. Там все говно. А? Там все говно снимаем. Вы сами-то понимаете, что произошло? Я понимаю, что я ударился в машину. Ударился, человек сильно пострадал. Да. Да. Да ладно. Ну, а что, ладно-то? Да ладно. А? Так уж сильно пострадал. Да, очень сильно пострадал. Я его вылечил. Вылечите? Да. Вы же не доктор. Ну, зато мне есть. Доктора пусть лечат. Да и затянуть. Смотрим. Не, курить вам лучше пока сейчас это. Подождите чуть-чуть, ладно? Что-нибудь помните вообще, как произошло? Есть вещи. Почему на встречку выехали, не помните? Да нет, я... Ну так, не пускай.